Всех приветствую, и сегодня хочу поделиться. У нас 17 апреля, и у нас вот такой вот автомобиль, который был эвакуирован с дороги после акцидента. Автомобиль был перевернулся, его вытащили. Ну, естественно, это автомобиль Total Loss, его полностью списали, вот такой вот удар. Этот автомобиль будет продаваться на аукционе Copart. Страховая компания Nationwide его списала. И уже, я думаю, где-то во вторник этот автомобиль будет на Копарте Трентон. И вы можете его, конечно, приобрести. Но такие вот удары он имеет. Автомобиль чисто, я думаю, только купить за двигатель. Потому что вся кузовщина у этого автомобиля полностью битая. Только уцелели диски, фары, и то все вот так вот, задние фонари полностью битые. Крышка багажника более-менее целая. Задний бампер, как мы видим. Вот такой вот автомобиль будет уже продаваться. Поэтому, кому интересно, вы можете его приобрести. Двигатель у этого автомобиля отличный, заводится без проблем. Вся безопасность у него выстрелила, нечего брать по салону получается. Давайте-ка заглянем, покажу я. Открою ключ. Так, у нас на автомобиле 62 тысячи всего лишь. Такая вот сонатка. Вырвана вся стоечка. Жидкости все присутствуют в двигателе. Масло не вытекало. С этим все отлично. Порог еще вдобавок уцелел. Тормозов нету. Вот так вот он заводится. Итак. Дымит чуть-чуть, масло попало, пусть перевертыш. Вот так как-то все это выглядит. Так что, друзья, смотрите и можете себе приобрести такой вот автомобиль, думаю, пойдет очень дешево. На этом все, всем пока.